Привет. Продолжение. Люмы собираю, кстати, можно следить по датчику прохождения игры, сколько люмов собрал. Чем больше люмов, тем больше прошел. Что там у нас тут? Ничего. Серьезно. Слышу пузырьки, видимо, это дом ведьмы. Ошибка. Серьезно, плавать тут нет. Никаких плавательных сегодня. Здесь секрет. Ой-ой. Но я пройду все равно. Это босс? Это... Это демонический. Не, ну я могу обойти его, ну и что? Не, ну я могу его победить. Сейчас меня убьют сначала, во-первых. Ладно, это я так сделал, чтобы ради радости. Я хочу с полными жизнями возродиться, но такое не получится, да? Да, с половинкой. А теперь вопрос, было ли у меня столько или нет. Слушай, я пойду там. Ладно, уговоряши, уговорили. Секреты искать туда не буду, тут тяжело искать секреты. Мне нужны люмы. Это подозрительно похоже на Rayman 3 мир. В смысле, движение, что? Не обязательно? Нет, обязательно. Лечение зато. Это то место, да? Я могу его отсюда бить, да? Ладно, я могу его отсюда бить, но он меня тоже может отсюда бить. Читерство, да, называется? Какая глупость! Он взорвался сам по себе. А, наверное, заряд кончается, и он уничтожается, да? Где он, кстати? О, лечиши! Лечиши мне. Лечение дали. Так. Прыгать пока не стоит. Потому что не стоит, действительно. А, вопрос, куда? Стоять. Классическая штука, по которой мы с... Как пираша. Серьезно, пираньи-пираты? Пираньи-пираты. Ну вот это, конечно, подлость, да? Такую штуку подсор... А где Глобокс? А, его не будет здесь. Его просто здесь не будет, он... Остался это... Ага. А. Так, стоп. Так, стоп! Так, молодец. Ну хоть так, молодец. Я думал, цепляющийся идиот. Оказался цепляющийся, молодец. Какой я ловок, как картошка, да? Так. Кстати, а в Rayman 3 по таким штукам, по которым можно пользоваться снизу, можно было прыгать сверху. А тут нереалистично. Так, что такое за тупость? Вижу секретный секрет. И босс, который не босс. У которого здоровья маловато тоже. Ладно, понял, это не босс. Будет здесь нормальный босс. А! Нормальный босс. Не тот, как тот чудо. В храме. Тут два типа, что ли? Либо это просто взрывы случайные. Вопрос. Спуститься? Спуститься можно, спуститься можно. И что? Ничего? Ха, пока что тут пусто было. Тоже ничего. Бочки горкой, понял, понял. Кстати, практически я повысил свой жизненный запас до максимального уровня. Странный звук. Зачем лететь сюда? А? Понял. Он не получает урон падения, что ли? Тут можно кувыркаться, кстати. Время 3. Да. Что я нажал? Что я нажал? Время 3, оказывается, можно было, кстати, кувыркаться. Я не знал об этом.
Знаете, такая штука. Если вы смотрели, вроде бы вы знаете. Пока собирашки. А, бочки каташки, да. А может на бочках пока. А, не то может лепешиться. А может он станет ездаком на бочках? Это было. Что? Обычный враг! В чем проблема? Это же не босс. Так, секреты, которые не секретные. И проход, который кажется стеной. Тихо, я к нему тихо подберусь. Я еще раз хочу тихо подобраться. Я тихо. Ну, булькает вода, и что? Я помню, в времени третье нужно было подбираться так к некоторым светящимся жукам, чтобы получать. Так, тихонечко. И что? Вот скажите, вот нереалистично. Как он мог проснуться, если я тихо крался? Украл кого-то, да, я крался, укрался. Он меня хочет вручную забить, что ли? Наверное. А как он становится люмом, а? Или роботы-люмы те же самые? Чё там такое? Или нужно было сделать так, чтобы он уничтожил эту штуку? А! Я могу сделать так, я забыл об этом! И не помогло. И что еще такое? Он должен раскручивать руку. Он должен был раскручивать руку. Не работает. В чем беда-то? А! Погодите, я что-то спас кого-то? Что? Я кого-то не спас. Возможно, нужно забраться попозже. Когда... Попозже. Да-да. Когда я его там пройду. А! Я думал, это пароход дальше, и потом мы вернемся сюда. Ну, как бы, да, мы вернемся сюда, только вот так. Я думал, все сложнее, чем проще. Так, вот так бросать вверх, да? Молодец. Он бы хорошо с ней вернулся. Просто бросил и не возвращается никак. И главное, это не секрет, это туда нужно идти. Ну, действительно. И почему я не могу зацепиться за это кольцо сейчас? Не, все гораздо проще, чем проще. Кольцо выглядит не так обычно, времени третьим. Да-да-да. Убежал. Как всегда. Сколько здесь миров, я не помню. А, ну там 4 как бы маски, да, якобы надо собрать. Вот и 4 штуки. Что за подсказка? Ты дурак, написано, нет? А? Какой кит? Гонки на китах, да? Вопрос, вниз, вверх? Враг? Нет. Вниз похоже, но я плыву дальше. Ладно, ладно, понял, идем по сюжету. Далеко плыть, да? А я могу здесь пройти? Нет, серьезно, могу? Да ты. Нет, походу не могу здесь. Надо найти секретный рычаг под водой, что ли? Серьезно, вот такое извращение, да, чтобы найти секретный рычаг под водой? Давайте смотрите снизу. Возможно, там. Очень подозрительное место. Но, видите, ничего. Чё, раниться начал, да? А, слушайте, это... вот проход тот, который, о чем я говорил. Я думал, надо туда, надо выйти, а там кит, оказывается. Вот это неожиданно.
И что за хитры, кстати, времени нигде хиты не упоминаются, кроме здесь. Возможно, в предыдущих играх, игре, или вообще где-нибудь еще. Что там за места? Люмекс синий, кстати. Так, стоять. Секрет или не секрет? Вот непонятно, вот, а. Тут место, тут место. Вниз ведет. Люм, говорите. Страшное место, что такое? Видимо, ничего. Наверное, надо питание принести. Или нет, или... Ой. Легко? Только сначала ей нужно обойти, да, мне? Мне обойти нужно. Солнечко, хватать пузырьки воздуха. Что? Откуда? Это магия. Это ракета. Не знаю, зачем мне ракета? Не знаю, что там. А, вот мне путь был. Во-первых, нам есть путь сюда, нам есть путь туда. Ясно, куда ракету лететь. Так, стало понять, куда действительно лететь. Стойте. Ну да, похоже, сюда надо взлететь на ракете. Что за наглость, а? Как всегда, сам себя раню. Хм. Что мне вот такое вот... Что... А как насчет хватать пузырьки воздуха? Ой. А, сюда нужно было. Вверх, куда мне плыть? Тут ведь других проходов не было, да? Хватать пузырьки воздуха. Ну, поплыли. Вот это, да? Это пузырек воздуха. Но откуда этот проход взялся-то? Или он был тут всегда? Нельзя брать пузырьки касанием руки. Нет? О, я могу пинать кита. И не могу. Какое-то светоотражение происходит. Чё? Ладно, я больше не буду пинать кита. Спасибо. Что? Он исчез! Пузырёк исчез! Это ловушка! Это ловушка? Это ловушка! Он сейчас сквозь стену проплывёт. Нет? А, дурацкий! Запрограммированный, что он не может сквозь стену плыть. Что? Целый мир здесь под водой? Целый уровень? Да? Нет? А, враги еще, да, понял, пираньи всякие. Или... Нет? Пираньи... А, они будут красть пузырьки, воруют. Это было криво. Я могу убить пираньи? Пираньи не берут твои пузырьки. Куда? Я не вижу, куда. Что? О. Зачем нужно было плыть вот так криво? Где-то сверху, да? И зачем нужно было плыть вот так вот криво? Слушай, мне нужно заплывать куда-то туда или нет? Или это был выход там, по умолчанию? Хватит по кругу плыть. Эй. Видимо, мне сюда не нужно. Вот такой странный... что? Я хочу туда поплыть, стойте. Ладно, я понял. Надо по кругу полетать. Спасибо, ладно. Ничего, правда, что надо по кругу полетать? Потом...
Нет, серьезно, что что? Или нужно уничтожить всех пираний? Во-первых, там секрет. Или нет, слушайте, что? Куда ты? Плывёшь. Вопрос, это секрет или нет? Потом окажется, здесь нужно идти, да? Нет, точно не секрет. Это отвлечение только! Потом, кстати, полный воздух. И где просто пузырек? Возможно, мне действительно нужно плыть, куда нужно. Или что за свет? Что это такое? Это мне нужно туда? Это убивает? Это светит. Ну и где кит? Нет, кит все еще там, значит, нужно всего лишь плыть туда, куда я хотел. Или это я отсюда пришел? Как вы думаете? Вы думаете что-то? Нет, я-то не помню, чтобы этот путь был здесь. А потом оказывается, что это там место, где я вышел и был так всегда, да? Вот. Сохранение? Underwater Adventures. Так. А, я думаю, я сверху. Все сюда. Никаких лимонов под водой, пожалуйста. Спасибо. Без никаких секретов под водой. Вот туда. Или не туда. Хм! Где сюжет? О! Это обезьяна. Сейчас я помню, как с ней сражаться, да? Когда она встречалась один раз. Что? Гадкий зацепник. А, сюда нужно было? Стой! Нет! Сюда нужно было идти. Так ведь? Куда он идет? Куда? Стой! Куда он идет-то? Ой, нет, мне не сюда. Я хочу самолюмы собрать. Он идет туда, значит, мне туда. Не по секрету, да? Чё? Как в Rayman Origins, да? Против течения бежать. Чё? Как мне вообще забраться наверх? Мне кажется, нужно скатиться оттуда, но как? Я не умею скатываться, никак, невозможно. Мне нужно забраться сначала наверх, да? Во-первых. Прикольно, корабль такой, кораблистый. Может, в корабль лезть? Во! Я вижу секреты. Только мне казалось, что там ничего не было. И тут неожиданно что-то есть, да? Так, что у нас тут? Секретное что-то? Пожалуйста. Ничего секретного. Под водой. Не та кнопка. А, я отсюда пришел. Во-первых. Всплывать быстро. Так, ладно, я понял. Я отсюда пришел, да? А вверх нельзя. Во! Теперь все ясно. Ага! Или нет? Ага, вот оно. Секрет, похоже, раскрыт. Стойте. Сначала сюда секрет раскроем. Секрет не раскрывается, значит, сюда секрет раскрывать нужно. Берг, как я лезу по мачте, которая... Ну, спи... Ну, фныф-ныф! Ну, фныф-ныф. А, тут еще не помимо секрета, еще есть секрет. Вот он путь. Только мне сначала нужно туда, наверное, да? Где клетка спасения? Нет. Зацепник. Ну. Вы что?
делаете такое мне? Что? Он же зацепник! Он должен был зацепиться! Я хочу в секрет попасть, в секретный. А по задней стороне нельзя лезть, нереалистично. А на самом деле он просто не цепляется, так что все реалистично. Скажите, во-первых, куда, что, откуда, здесь? Мне даже не нужно было цепляться, я забрался хитрым образом. Все. Первый стал свернуться, уйти и не скользить. Он уже зацепник. Зацепится за все. Да, катиться это интересно в играх. Кататься, да? На каких-нибудь санях. Не на санях, а просто катиться вперед. Это радует. А, все! Собрал все! Неужто? Я хороший. Он танцует, сейчас будет танцевать сейчас, нет? Нет. Jump into the portal. Свидание. Или еще не пока. Нет, мне надоело уже. До свидания. О, прям совсем все. И что за не дадут? Access granted, что? Что у нас тут? Бонусный уровень? Неужели бонусный уровень? То есть бонусный уровень, если я все соберу, да? Тогда не все. Не я. Какому кошку лобиксе? Зачем добираться, добираться? Пират злой. Что говорите? Бля, вправо нажимать. Это Рейвен Рэббит, что ли? Головоломка такая, да? Не, серьезно? Нужно жмякать влево-вправо много-много раз. Получается? О! Че, серьезно, я почти проиграл, но. Ладно. Что такое? Что происходит, скажите? Он прыгает. Он прыгает. Он прыгает. Зачем еще? Все. Да. Покажите, что дальше, я узнаю. О, святыня снова, это босс, да? Значит, будет половина игры пройдена. Ухо, а пока, до свидания.